Diamond Boxing под эгидой Федерации ММА Молдова. Это не игра, это настоящие, захватывающие бои. 24 спортсмена со всего мира, 12 поединков, 6 весовых категорий, 1 титульный бой. Сергей Барбароше сразится за пояс чемпиона турнира Diamond League. Все это в профессиональном турнире полном точности, решительности и смешанности стилей. 5 декабря. Футзал Арена Черескоу. Билеты в кассах Национального дворца и на iTicket.md. Гарбуз Николай, він є федерація воєвод, олімпійський тренер Олег Склифус. Підати лічні дечембрі, малупт, лагала де Diamond Boxing, адверсару і рус, і дорі сукчеси, да січі би грива. Hey!